Всем привет, меня зовут Адр, и сегодня мы будем играть в Kerbal Space Program. Это просто офигенная игра, где мы должны будем создавать космические корабли, самолеты и, возможно, даже различную технику, которая нам понадобится для отправки в космос и освоения планет. Ну, не буду больше болтать, просто начнем. Ну, давайте карьера. Так, player name. Окей, Адер. Флаг какой-нибудь там нужен. Минималистический, будет отлично. Старт. Так, нам нужно строить, наверное, космический корабль какой-то. Так, да. Так, начнем с командного модуля. Потом, так, у нас этого нету. Так, это твердотопливный двигатель, который уже, видимо, топливо внутри него есть. Нам нужен парашют, потому что как мы приземлимся без парашюта? Я не знаю. Емкость стоит с слизью. Так. Поставим ее так. Три штуки. И, пожалуй... Погодите. Вот. Ну, все, конечно, есть свои эти. Горячие клавиши, но я пока их не знаю. Даже откуда мне знать? Я игру эту, ну, не первый раз играю, но... Все же... Нифига не разбираюсь. Я не знаю, оно должно полететь. 100%, я знаю. Так, теперь нужно расставить... этот... как оно называется? Стадии, типа, вот. Получается, парашют у нас будет вторым, а вначале будут все двигатели работать. А если... они отцепляться могут? Ой. Я потому что не знаю. Потому что может какая-то кнопка. А нет, это же не такие. Ну ладно. Думаю, это должно взлететь. Сразу на полную мощность. Бам. Вот. Первый рекорд скорости. Второй. Третий. И все, и топливо кончилось. Так, мы пока еще чуть-чуть летим, пока скорость не будет. Не упадет полностью, я не буду открывать, думаю, парашют. А должен я ли в самом начале парашют открывать, я не знаю. Так. Теперь мы приземляемся. Так, я знаю, что я могу его чуть-чуть крутить, там поворачивать все дела. Так, но мы не будем этого делать, потому что корабль... Ну, пока это непонятно, что он, не космический корабль. Так, думаю, время активировать парашют, потому что... И мы ускорим время. Отличный первый полет. Первый запуск. Джебедая, ты был первым человеком, отправившимся так высоко и быстро. Точнее, не человеком, Kerbal'ом. Не будем забывать. Да, быстрее. 9 метров в секунду, это что-то быстро немного. Да, слишком быстро. Главное, мы приземлились, и Джебедай жив. Так. Теперь, типа, я не знаю, контракты я выполнил какие-либо. И что, типа, мне можно теперь... Space Center. Наша фигня. Recover. Вот, 5 Science мы добыли. Отлично. Теперь мы можем использовать... Так, нет, не тут. Назад. Нам нужно изучать. Так. Инженерия. Связыватель. Что он делает вообще? Передача результат. Маленькая скорость передачи данных, мало потребления электричества. Разъединитель. Так, вот это чтобы стадии типа были. Ну, думаю, нам сначала лучше взять новые двигатели и топливные баки. Вот. Так. Изучим. Да. Так. Строим новый корабль, получается. Новую ракету. Сейчас мы, получается, можем... так, как приближать тут? Я не знаю.
Так, ладно. Думаю, нам... Нет, он не хочет приближать. Да, это уже приближал. Ладно. Это мы все разберем. И теперь мы можем поставить топливный бак. Получается, мы делаем так. Двигатель. И... Опять же, наверное, прикрепим ракеты. Стадии. Я забыл. А, их можно тут вроде равнять. Да, мы добавим стадию. Получается, это все будет действовать вместе. Остальное. Так. Теперь. Бум. На этот раз вроде быстрее движемся. Метров в секунду. 600, 700, 700, до 1000, до... Нет, до 1000. Но мы почти вышли в космос, вы чё? А, нет, мы из атмосферы еще не вышли достаточно. Погодите, а мы вернемся? Так, джебедая. 1700 метров, ну, 18 километров, 19 километров. Господи, это высоковато. Так, а мы будем падать, я не знаю. Нет, мы все же еще поднимаемся. Пуп-пуп-пуп. А эти штуковины должны же что-то делать. Бум. Здесь, кажется, становится очень холодно. Бум. Так. Ага, мы не можем передавать сообщения. У нас нечем передавать. Получается, нам надо приземлиться, наверное. Так. И тут мы ничего не можем делать, считаю. Нет, нечем передавать. Мы падаем? Да. Мы наконец-то падаем. Что-то мы будем быстро падать, кажется. Так, все, исчезни. Таблица. Табличка. Так, мы падаем. Сколько мы больше скорости наберем? Ну, мы ускорим немного это падение. Так, ну мне же надо перевернуть полностью корабль. Да, будем все называть кораблем. Но он не хочет ведь. Нифига мы насколько отдалились от... этого. Так, СС мы включили. Думаю, шатать его перестанет. Кстати, его надо было с самого начала включать, но я что-то не подумал. Так, парашюты. Парашюты. Да, мы слишком быстро падаем. Так, ускорим. Так. Land distance 5000 метров. Отсюда что ли отлететь надо? По земле. Это как мы должны запускать-то их? Так, парашюты. Чё это? Они хотят активироваться. Все. Теперь приземление будет мягкое. Всё, 400 метров осталось. А, да-да. Только быстрее. Все. Отлично, приземление. Мы можем изучить новый... Так, опять я не туда попал. Новые технологии. Так, теперь мы сможем... Да, передавать данные. И еще есть 9.3. Цена 3. Так, тепловой щит, миниатюрная посадочная опора, радиальный парашют. Это мы можем сбоку парашют купить. Что это? Сервис бэй. Это, наверное... Блин, я не знаю, что такое... Так, теперь мы можем передавать данные. Это авиационная кабина. Это я не знаю. Круто. А мы можем теперь крепить парашюты? Нет, не можем. Так, мне нужно только отцепить
верхнюю часть, пожалуйста. Так. Как мне только взяться за нее? Ладно, мы просто разберемся. И построим новый корабль. Так, да, я мог же просто вот так сделать. Так, начнем. У нас парашют только один сейчас. Вот, теперь вот это деление на стадии, получается. Получается, сначала мы делаем, например, опять же, этот командный модуль. Или можно вот этот. О чем у них отличие? Этот, думаю, лучше. У него больше, ну, как он, больше температуры выдерживает и так далее. Так, топливный бак сюда. Не так. Потом мы ставим жидкотопливную фигню. И уже можно ставить вот это. Это первая стадия, получается. Сначала, например, мы будем лететь на твердотопливном. А потом уже на жидкотопливном. Или можно много стадий сделать, например. Еще одну стадию. Сделаем такую же стадию, потому что она, не знаю, просто. Вот, ладно. И тут у нас будет твердотопливный ускоритель. Замечательно. Получается, можно к этому твердотопливному ускорителю прикрепить, например, вот эти хрена... Ой, вот эти балки. Так, 4 штуки. И он отцепится вместе, получается, с остальными ракетами, которые я к нему прикреплю. Ага, мы заб... А я поставил научную фигню. Так. Нам нужен... Опять же, емкость связи. Сюда же. И нам нужен передатчик, который мы... Блин, на нос втыкать его. А, ну пускай висит все на научной фигне. Все научное будем вешать на научное. Так. И... Парашют. Погодите. Команда Бонвальд. Так. Ну, я надеюсь, это приземлится и не будет оно быстро падать. Ну, давай же. Надеюсь, мы... так. Полное. Так, Т. Почему он крутится? Сколько наша скорость? Так, жидкое топливо. Почему-то у нас не сработала жидкотопливная фигня. Я не знаю. Ну ладно, мы взлетели на сколько-то. Чё, можем мы изучать что-нибудь? Бум. Трансмит. Так, мало, видимо. Фигни всяко изучили. Not enough electric charge. Так, все, мы падаем. Нет, мы все еще взлетаем. Почему SAS не помогает? Банально как-то странно летим. Так, ладно, ускорим. Мы теперь как бомба. Так, это наши куски ракеты еще падают. Парашют. Парашют, я сказал. А тут слишком быстро падали. Так, Джебедай, это уже твой третий полет, это вообще замечательно. Так, нам нужно что-то с электричеством, но мы выполнили новые контракты. Какие, я не знаю пока. Где наш кусок корабля? С каждым разом мы дальше улетаем.
Science 10. Итак, я думаю, закончу на этот эпизод на этом моменте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!